Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, давай-ка посмотрим наши ежедневочки, которые у нас сегодня будут. Так, нанести 20 единиц урона зеленой тенью. Выиграете растением героем-умником и повысите силу трем растениям. Ну что, начинаем с зеленой тени, я так понимаю, ребят. Вот у нас зеленая тень. Поехали, попробуем отыграть все ежедневки сегодня. Хотелось бы, конечно, отыграть их хорошо, потому что до этого я играл, ребята, и с 12 ранга я, по-моему, упал на 3. То есть сделай выводы, как меня там хорошо прессанули. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же это творится-то? Ну-ка. Ну давай хотя бы так начнем. Начнем хотя бы так. Первый ход есть. Ну, в принципе, и второй ход есть. Давай-ка начнем вот так. Для проверочки посмотрим. Будет ли... Так, слушай, ну он ребята, что-то... Что-то затевает. Так, если мы, например, выставим бобовые. Или не стоит пока. Я боюсь, что у него есть этот флакончик, который уничтожает все двоечки. Блин. Дело дрянь. Дело дрянь, друзья мои. Давай я вот так, наверное, сделаю. Поехали. Точно флакон у него будет. Блин, если я еще поставлю галактический огурец... То как пить дать, нас разнесут. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. У меня сердцебиение участилось, потому что начинаю нервничать. Да. И вот сидишь и думаешь, кто там у него может быть. Кто там у него может быть, друзья мои? Слушай, а если я поставлю вот так вот? Только не говори, что у тебя есть камень. Друзья, камня у него нету. Ну, валуна, я так понимаю. Ты догадываешься, о чем я говорю. Слушай, неплохое растение мы с тобой вытянули. Неплохое. Так, он делает, друзья мои, доборы. Давай я вот так вот сделаю. Так, что он там, вирус, друзья мои. У него, оказывается, был вирус. И... Еще 6 единиц здоровья он себе восстанавливает. Ну, в принципе, нормально. Кого-нибудь уберем. Вот так вот. Допустим. Так, ну что, дальше я могу, наверное, поставить... Опа, опа. Так, неужели тоже с вирусом? А неужели, друзья мои, он с вирусом? Давай, короче, мы сделаем вот так вот. И, наверное, вот так. И плюс ко всему можно будет сделать еще вот так. Угу. Так, сейчас хильнемся. Раз, два. Что у него там может быть? Ага, к здоровью берет.
Он берет к здоровью. Пам-парам-пам-пам. Так, дальше. Опять этот хламон у него. Подороже делает карту. Так. Вот такой вот хламон, ребята. Ой, что-то она, по-моему, друзья мои, везет сегодня. На тебе. Хорошо сыграли, прям вообще великолепно. Огурчик, огурчик космический нас сегодня не подвел. Он даже очень неплохо, ребят, сыграл. Так, опа, оп. Все, ребята, ежедневки выполнили, прикинь. Одной игрой. Да, безумные правила, давай посмотрим тогда уже, что у нас тут. Так, в начале каждого хода вы с противником будете получать по одной единице урона. Вопрос на засыпку. Сможете ли вы продержаться дольше разгрома? То есть я играю за вспышку? Ну, друзья мои, ну давай, ладно, попробуем. Вспышка так вспышка. Единственное, знаешь, в чем проблема? Что он-то может хинуться, а я нет. И у него, смотри, что оказывается. Ландшафт еще есть. Так, ну у меня есть фруктовый микс, поэтому если он сейчас кого-то там поставит, мы, соответственно, сейчас... Бомбить будем в лицо? Я думаю, будем. Это я сделал намеренно, ребята. Опа, у нас ландшафтик появился. А у нас появился ландшафтик. Иди отсюда. Поставил мне тоже охламона. Так, а вот теперь, ребят, вопрос. Так, два подсолнуха есть. Это мне пригодится. Или в лицо бомбанем. Давай, наверное, в лицо ему ударим. Блин, если я его поставлю, будет беда, ребят. Давай я вот так вот сделаю, пока. Потом, если что, нам придется приобретать. Не приобретать, а... Блин, мне здоровья мало. Безвыходная, ребят, ситуация, поэтому... Ага. Так, ну что, этого охламона мы сейчас уничтожим, да? Если он, конечно, там на гаргантюах не пойдет. Этого, наверное, чекрыжим. И поставим, наверное, вот так вот. Ну давай еще вот так сделаем. Сумоист. Даже так. Ладно. Ладно, ребята, он мне, по идее, должен попасть сейчас в блок. Ты заколебал, он второй раз, по-моему, ребят, за Руси восстанавливает. Разве нет? По-моему, да. Ну и нафига мне эти грибы? Я не буду сейчас, ребят, ничего ставить. Безумие. Так, уничтожили. Ребята, 7 хп у него остается, 7. А у меня одна единичка здоровья. Слушай, если мы сейчас ему, ребят, звезданем.
А я думаю, что мы звезданем, наверное, все-таки ему. Да, блин, ну тут позасаживал. Смотри, смотри, что он делает, а? Мне ничего, ребят, не остается. Нет. Нет, ну это, ребята, уже нечестно. Это нечестно. Так, ну что, мы не сделали с тобой ежедневку, нет? Ну, вот это вот задание дня. Ладно, давай-ка мы с тобой, знаешь что, сыграем, наверное, на бесенке. Партийку, да? На бесенке. И что еще мы сделаем? Что мы еще с тобой сделаем, а? Вот скажи мне на милость. Что-нибудь да сделаем, да? Я только, ребята, с работы пришел. Как говорится, время раннее. 10 часов дня. Сегодня намечаюсь вечером, опять же, пойти в клуб. Не знаю, стоит, не стоит. Но план таки есть. Ну, давай смотреть, что у нас тут получится. Если я поставлю сундук, он 100% его размозжит. Поэтому я пока воздержусь. А тут... тут можно будет, знаешь, что сделать? Вот так вот. Я не знаю, кто у него там есть, но, скорее всего, что-то поставить сейчас сюда. Вот на эту линию. И это банан. Он, гаденыш, как будто знает, да? Ну, мы можем, наверное, его... А, спрятать не получится, мы не успеем. Ну что ж, банан так банан, а давай тогда сделаем так. И вот так. О-о-о. Тогда еще вот так. Ну, он этого уничтожит, понятное дело. Это само собой разумеющееся. О, даже вот так вот. Слушай, ребят, ну, с одной стороны, это даже хорошо. С одной стороны, а с другой стороны, не очень. Ты достал, а? Давай проверим. Могилку, естественно, он уничтожить не может. Поэтому мы сейчас, скорее всего, будем кого-то откидывать, отбрасывать. Ну давай, 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 давай. Парнишка, думай быстрее. Задумался, да? О, как! Вот это, конечно, плохо, ребят. То банан мы ему откинули. Давай я, наверное, сделаю вот так вот. Или подожди, или лучше вот так сделать. И давай все-таки вот так. Я ландшафт ему хочу поменять. Воу-воу-воу-воу-воу. Два аж целых. Да, 10 таблицу, ребят, как бы... Сам понимаешь. Найс, что же сделать? Давай сделай вот так вот. Угу. Ну, допустим. Еще вот так вот. Еще и так.
Ага. Ну что, как ты понимаешь, я одного из них замораживать собираюсь. Ребят. Там он пускай что хочет, пока делает. Угу. Давай сделаю так. И... И, наверное, вот так. Ну, этого, конечно, он подобьет, понятное дело, да? Мне главное вот этого заморозить. Томаты. Так. Что, бананов, что ли, дофига там нахапал? Угу. Так, ну что, давай этого замораживаем тогда. Поехали. Тут, наверное, ребят, мы проиграем, мне кажется. Ауч. Ауч, больно было. Я думал, все блок сработает. В следующем ходу поставил бы вот это, но не получилось. Опять я стал падать в ранге, ребят. Ладно, давай еще одну игру сыграем. Если проиграем сейчас за бесенка, сыграем за Бонгчой. В планах, конечно, за ореха бы сыграть, но, наверное, все-таки Бонгчой будет, ребят. Надо очки снять, что-то они какие-то невезучие. Ой, давай, 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 ищи быстрее, пожалуйста, мне кого-нибудь. Ищи быстрее. Быстрее, давай. О, кого-то нашли. Так, это зубостезила у нас, Чомпер. Даже пока не... Ну ладно, давай так попробуем сыграть. Ландшафт я пока не буду, ребята, использовать. Пропустим ход. Так, забастезила что-то, ребята. По-моему, она на хилах у нас. Все говорит именно об этом. Ага, луна. Луна, 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 друзья мои. Так, ну что, Петифан ставим, да? Так вот, значит, да? Интересно. Ну и чё? Даже не знаю, ребята. Ну, давай так сделаем. Такс. Ну, давай вот этого выкинем отсюда. Давай отсюда этого выкинем. Что мы еще можем сделать? Ну, вот так, наверное, поставим. Ну, хилов-то он, наверное, нахапал там, да? Я так понимаю, ребят.
Если он сейчас этого бомбанет, будет беда, ребят. Так, раз. Помидорку поставил. Ну и все, да, на этом получается. Так, в лицо получил. Бесенка здесь сделал, да? Блин, если он сейчас сюда кого-нибудь поставит, это будет, ребят, крах. Поехали. Так. Упс. Сейчас этого сожрет, да? Сожрешь или нет? Или будешь добор кар делать? Ничего не могу сделать. Нет, 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 нет. А ты так решил? Но даже если он уничтожит мне его, а он уничтожит, мы все равно, ребят, с вами расплодим зомбарей. Но я ландшафт ему поменяю однозначно. Ландшафт поменяю. Это 100%. Ну давай, ты что-нибудь там уже быстрее думай. Ага, вот он, вот он, вот он, ребята. О чем речь и шла. О чем речь и шла? Так, ну что, поехали. Раз, и два, и три. Это тебе не поможет. Так, заморозили. Поехали. Все. Здесь победили, ребят. У меня капучино кончился. Так что, ребят, пойду налью. Налью и продолжу. Так, ну что, я вернулся. Налил полный стаканчик. Как говорится, свеженького и ароматного капучино. Ну а мы продолжаем, друзья мои. Как ты видишь, 4-й ранг я только заработал. А был у меня 20-й. Был 12-й, когда мы в последний раз с тобой закончили играть. Потом я поднялся еще выше. И в конце концов меня сбросили вот до такого ранга. Стимбо. Блин, это, ребята, вспышка на солнце. И мне, как ты видишь, дали трындец просто карты. Ну что это? Ну, 5-й, 8-й ход, ребят. Рандом, конечно, здесь офигенный. Ну, поставлю я пирата сюда. Допустим, ребят, допустим, поставлю пирата. Посмотрим, что он... Он даже не стал прикрываться. А почему? Потому что он знает, что у него есть двоечка, да? У него есть двоечка. Давай я поставлю сюда вот так вот. Сундук... Оу. На хилах? Ну, в принципе, почему бы и нет, ребят?
Ах, нахилах ты, нахилах. Стоит ли мне вот это делать? Я думаю, что стоит. Ну, 5 в лицо ему дал, и нормально, хорош на этом, да? Со способностью команда. Чё-то, ребята, мне это уже знакомо. Где-то я такое видел. Давай так сделаем. И не там, где надо, да? А, вот он что делает. Ну, давай посмотрим, в кого он там превратит их. Сейчас еще раз превратит. Так. Кого дальше он там превращает их? Само собой, ребят, замораживаем вот этого хламона. Погнали. Давай так сделаем. Тупанул, друзья мои, в очередной я раз. А почему? Потому что не поставил вот этого пирата. Ну, замораживаем мы этого тогда. Чё тут? Поехали. Не совсем удачно получилось все, конечно. Мне бы вот этот бы ландшафт поставить. Ну и что там со своей кукурузой? Что он там хочет для сделать? Я не знаю. 47-й ранг. Так, интересно, у нее есть ландшафт еще такой же или нет? Будем менять тогда на вот этот. О, кто у него тут, смотри. И довольный, блин, да? Гаденыш. Так, что у него там может быть? Два в лицо может сделать. Минус два может сделать. Абсолютно ожидаемо, друзья мои. Ну что, теперь наше время настало, ребята. Я боюсь, тебе этот парень не поможет. Так, пират сюда сейчас переместится у нас. Нет, не переместится. А? Он уничтожил. Я думал, что сейчас блок сработает, и он не переместится, ребят, на эту территорию. Хотя у нас еще там один пират был в загашнике, так что запинали бы мы его, я думаю. Так что все. Пока все окей. Пока, ребят, все норм. Не знаю, сегодня еще хотел поиграть в Снэп от Marvel. Вообще сегодня очень много, ребята, хотел поиграть во что. Но не знаю, получится или нет. У меня игр очень много еще, ребят, не выложенных. Точнее, они как бы сняты уже, залиты на YouTube, но не откорректированы. Они только залиты, но не выложены. И опять вспышка на солнце. Что за дела-то, ребят? Скажите мне, Мирс, что за дела? Я, наверное, пока пропущу ход.
Надо было вот этого тогда ставить. Ну кто же знал? Если он на миксах играет, значит, ребят, будет... будет беда. Будет, друзья мои, беда. Давай я поставлю так и вот так. Ему придется выбирать, либо сюда бомбить, либо сюда. Он выбрал вот это вот. Грибочек. Нафига здесь нужен грибочек? А вот это, я считаю, тупость, глупость. Как скажешь. Вот так вот сделаем. Не получилось, да, с грибочком? Обидно. Обидно. Я верю тебе. Ну что, я надеюсь, парень, ты могилку сюда кинешь? Очень бы мне этого хотелось. Нет. Не там ты ее бросил. Сейчас будет миксами своими, наверное, бомбить, друзья, скорее всего. Ну, ягодными миксами. Ой. Ой, ребята, что тут происходит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это пока, наверное, отсюда выкинем. Давай сделай так. Так, что дальше? Давай так поставим, наверное. Опа-на. Смотри, что делает. Погнали. Так, сюда могилка летит. Здесь, к сожалению, в блок. Немножко не там, ладно, фиксим. Это его 5 хп. Ничего пока не могу, ребята, сделать здесь. Бесполезный. Ну тут 29 ранг, ребят, поэтому. Давай сделаю вот так вот. Ну, какого лешего-то ты поставил мне здесь? Кукуруза, ребят. Интересно, у него еще есть кукуруза, а? Интересно.
Ребят, вы сейчас все сами видите. Не было у него возможности вот этого уничтожить. То есть двух фруктовых миксов у него не было. А та бы, конечно, бы расфигачил бы меня тут в пух и прах. Нет, не в пух и прах. Он бы два микса потратил бы. Тогда зомби-викинг бы его просто, ребят, накернил бы по полной программе. Ё-моё. Это, ребята, Рипер. Это колпак. Самый, блин, злостный чувачок. Блин, фигово. Как сделаем? Поставим этого. Слушай, я, наверное, пока ничего не буду делать. Если что, поставим вот этих двух обормотов. Хорошо, что один встал на воде у нас. Ну, тут... тут можно, наверное, сделать вот так, ребят. Слушай, хорошую карту вытянули. Ну что у него? У него есть вызов двух грибов. Так, так. У него есть ночной колпак сам, герой. Рикошет. Хоу. Колпак на бобовых. Давай я сделаю так. И вот так. А потом поставлю, наверное, вот этого. Ой. 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 Хотя, с другой стороны, ребят. А что с другой стороны? Ага, вот он что делает, понял. Так, неужели в блок? Нет, в блок будет потом. Тут вопрос, ребят, немножечко в другом сейчас. Есть ли у него... Фиг с ним, говорили. Есть у него могила-заморозчик. О, даже как делать, смотри. Ребята, немножко проблема в другом. Проблема вот в этом охламоне. А, ну в принципе в блок, если он ударит. Вот даже как. Так, этот меня не волнует, как бы сейчас по большому счету. Меня больше вот этот вот волнует. Как сделать, чтобы он меня не пробил? Чтобы он меня не пробил. Давай сделаем так. И вот так. Там замораживает, пускай. Это ж надо вот этому, а, охламону вылупиться, ребят, здесь. Сейчас разнесем. Еще. Да.
Повезло просто с этим мохомоном, ребята. А у меня не было отравления. Так, ну что, ладно, проиграл. Давай-ка мы теперь сыграем за Бонг Чой. Попробуем, ребят, сыграть за него. И думаю, что... Надеюсь, что нам повезет. Кто там? Гаргантур? Гаргантуар. Как бы такое начало, ребята, да? Бодренькое по картам. В принципе. Так, ну с этим-то парнем мы будем с тобой особо разговаривать. Давай так вот сделаем. Значит, доборчики там делает, да? Оу, еще один кактус. Давай сделаю так. И вот так. Неужели он там решил на гаргантюах, ребят, сыграть? Так точно, ребята, он решил на гаргантюах сыграть. Давай так проверим. Угу. ХП. Сейчас пойдут гаргантюахи, ребят. Сейчас пойдут гаргантюахи. Что заслужил, то и получил. Вот так вот, да? Я сделаю тогда вот так вот. И вот так. Вирус. Так. Еще один, да, такой охламон. Ребят, не хватит нам, по-моему. А, нет. Нет. Отлично, до свидания. Получилось? Получилось. Так, ну что тогда у нас еще? Давай партику следующую разыграем. На гаргантюах он там, понимаешь ли, вышел против меня. Хохламон несчастный. Так, надо будет еще глянуть ежедневки, ребят. Ежедневочки. Куда же мы без них-то? Такой себе выбор, на самом-то деле. Ой, ребятушки, паршивый выбор у меня тут. Как же меня раздражает, когда у меня... Нет карт. Ничего сделать не могу. Бомбить я не вижу, ребят, смысла пока. Если я сейчас этого поставлю сюда, он же будет бомбить по мне, да? Через доборы. А хотя он может и уничтожить его. Так, ну это пока что убери, пожалуйста, отсюда. Видишь, кто у него там был?
Такс. Блин, он меня достанет. Он... Ну, придется бомбить, ребята, этим ударом. Вот так вот есть столько. Если он, конечно, не раздавит или какую-нибудь заклинашку не применит. Там три в лицо, например. Ну, так и есть. Рэй, что ты делаешь, а? Ладно, надо хиляться, ребят, срочно. Просто нужно... Блин, я не могу хильнуться еще, к тому же. Тогда сделаем так. Ой-ой-ой-ой, кто у него тут, ё-моё. Он решил вот так вот сделать. Ладно. Все, ребята, идет против меня. Это сейчас будет, естественно, вытаскивать карты. Это будет еще мне в лицо бомбить. И нам надо хиляться. Блин, он отнимает энергию. Мне не даст хильнуться, ребят. Единственный вариант, если только ставить... Хорошо, давай так сделаем. Четыре в лицо сейчас уже получится. Четыре в лицо, ребят. Ну, теперь я могу хинуться хотя бы. Куда он будет бомбить? Сюда или сюда? А вот так вот. Так, в блок, давай в блок мне. Отлично. Фиг его знает. Ну, давай так оставим. Чтобы просто не пробил хотя бы. Пока. Черт подери, блин. Две свеклы, я даже не могу их реализовать. Он мне достал. Да вы что, офигели, что ли? Откуда ты столько этих охламонов-то набрал, блин, а? Чучело ты огородное, блин. Скажи-ка, блин, мне на милость-то, а? Пугало ты огородное, блин. Да понятно, ребят, что здесь мне ничего не светит. Два в лицо, тут такой пробив идет. Конкретный. Этот еще же минус делает. Ёпрасоте. Ну и чё? Всё, крышка, ребят. Ну, Бонг Чой, ну как ты так мог? Да, в принципе, ребят, нормально. Но вот это вот, конечно. Откуда он их набрал столько? Он вызвал всего двух танцоров. Ладно, хрен с ним. Двух танцоров вызывал. Свекла, ты... Блин, как тебя реализовать-то, я даже не знаю.
Но я даже не знаю, ребят. Ну, если я блин, если я поставлю этого. Может, песика поставить на воду? А, вот сюда и поставим пса. Давай сюда его поставим. Два хламончика у меня, да? Ну ладно. Нет, сундук твой нафиг тут не нужен. А, вот так вот, ну ладно. Так, могилоед. Потом на следующем ходу уничтожим этого охламона. А он что думает, что я ему на следующем ходу позволю? Ладно, давай посмотрим, что он там затевает. У него остается только заклинание. Будет применять заклинание, будет получать звездюлей. Ну, стоит ли мне ставить его? Вот в чем вопрос. У него наверняка есть ракета, да? Сделать вот из этих 4-4, ну, такое себе, ребят, удовольствие. Так, это вот нафиг отсюда убираем. Ну, давайте так поставим. Ну ладно, заморозку влепил. Такс. Что нам лучше сделать и как нам лучше сделать? Стоит ли бомбить ему в лицо? Я думаю, пока не стоит, ребят. Ну, кровожадность, прочерк. И заморозка. Ландшафт я ему поменять успею, ребят. Наверное. Он должен бояться, ребят, крокодила вот этого. Потому что в следующий раз крокодил. А, все, ему крышка, ребят. Сейчас, если он сейчас не заставит здесь все, то я через бонг-чоя пробью ему все лицо. До свидания. Поэтому я его называю псих. За счет вот этого кия полетел в разнос. Так, что у нас там в ежедневках? Геройские знания. Так, повысите силу лупы до 9 единиц. Глава семьи должен повысить силу 4 горошин. Офигеть. Применяйте бонусные атаки капитана Огонька в бою.
блин, скорострел до 6 единиц. Это фигня какая-то полная. Растения должны нанести 10 единиц урона при помощи способности команды. Выиграйте 3 много... Вот, нам надо, ребята, за Цитрона выиграть, попытаться выиграть 3 многопользовательские игры. Мы с тобой пробовали в прошлый раз. По-моему, у нас ни хренашечки не получилось. Ладно, давай попробуем еще разок. Надо выиграть 3 игры. Ни одну, ни две, три. Какая-то интересная у нас тут. А он у меня что, на этих, что ли? На бобовых? Так, сундук, ребят, надо убирать отсюда. Пускай лучше этот хламон будет здесь. Пускай лучше будет этот хламон, чем сундук. Так, мы с тобой быстрее накопим даже эту защиту. Давай я так поставлю. Я знаю, что я ему урона не нанесу. И он это прекрасно знает. Потому что единичка не пробьет, он телепорт ставит. Вот телепорт это, ребят, похуже уже будет. Ага. Ага. Давай так сделаю, фиг с ним. Ну, возьмет карту, да. Возьмет карту. Так, ну что, дальше у нас пойдет крокодил. А дальше у нас пойдет крокодил. Заклинашки не хочет применять. Бери вот это, чтобы я не видел здесь больше этого говна. Конечно, захотел чего. И вот это тоже пока собери отсюда. Опять выстрел, ладно. Так. Ну что, если сделаю вот так вот? И вот так. Так, у нас сейчас блок сработает. Ага. Пум-пум-пум-пум-пум. Давай так попробуем. Выкинь меня, наверное, чертовая бабушка, да?
Ага, все-таки, ребят, решился. Ладно. Ну, допустим. Давай, применяй заклинашку. Применяй заклинашку. Ну что, пора, наверное, бомбить ему лицо. Я так понимаю, ребят. Уже окончательно и бесповоротно. Молодец. Умница. Неуязвимку мы поставить сможем всегда. А вот этого вот этого обязательно, ребята, выносим. Поехали. Ну что там, Соник? Все, по-моему, ты приплыл. Или я не прав? Видимо, я не прав. Да, ребят, видимо, я не прав. Молодец. Молодец, Цитрон. Нормально у тебя здесь все получилось. Так, ну это была только одна победа из трех. Давай дальше попробуем. Еще одну победочку и... Две победочки. Ох ты. Это у нас, друзья мои, бессмертие собственной персоны. Вот это хорошая карта, но до нее дожить надо еще. Попробуем, конечно. Видишь, дело в том, что у бессмертия есть летучие мыши. Если я поставлю этого сейчас на воду, он же прикроется. А, вот он как начинает, ребят. Он начинает вот с козырей ходить. Он, друзья, начинает ходить с козырей. А ведь как пить дать, у него летучие мыши есть? Или я не прав? Нету? Да, он прикидывается, ребят, дурачком. Шлангом. Вот сейчас летучий мышь поставит, наверное. Ну, у нас есть вот это вот. Так что... Эти, ребята, летучие мыши в пролете будут. А мы их можем выкинуть еще, как вариант. Вот это вот он зря, ребята, сделал. Ну, серьезно тебе говорю. Ну, давай так сделай, фиг с ним. У него еще одна энергия есть, ничего он не стал делать. Так, ну теперь мы сделаем пум и под защиту их ставим. Всех. Там уже пускай что хочет, думает. Пускай применяет заклинашки, хоть что. Будет все равно получать в лицо. Серьезно? Ну, этого я не ожидал, если честно, друзья мои. Такого я не ожидал. Так, мы этого, наверное, превращаем в какой-нибудь отстой. Ну ты издеваешься, что ли? Ёпперсы ты, блин. Цитрон, ну так хорошо начиналось. Ну ё-моё, ну... Да все, нам крышка, ребят.
Два этих. Я говорю, вот эта карта хороша, но дожить до 9-го хода. Проблема. Опять ты здесь, а? Ну тут никак не получится. Вот я вот все варианты, ребят, смотрю. Если я поставлю этого на воду, опять же карту вытянет, да? Опять же он вытянет карту. Давай смотреть. То есть он там возьмет карту, потом здесь возьмет карту. Со всех сторон эти карты набирает, блин. А мне 13 в лицо, а у меня 2 хп. Где вот это вот было раньше? Где ты был раньше, когда ты мне нужен был? Ну вот с этим бы, конечно, было бы вообще, ребят, все идеально. А так что я сделаю? Ну сюда вот, то есть только шваркну. Все, приплыли. Приплыли, друзья мои, мы. Вон у него еще кто, шаман, блин. Лаборант. Все, 2 в лицо сейчас получим. Это растение бы, конечно, нам пригодилось, которое я использую. Так, при отражении хочешь сыграть? Да не знаю, я хочу ли я сыграть. Как бы и хочу, и не хочу. Вон тут парюсь сделать легендарное задание. Ну, вот, кстати, у профессора, ребят, очень даже хорошо, если вот так вот выпадает. У него, по-моему, нету. Куда ты поставил, блин, придурок? Ну куда ты влепил-то его? Рэй, ну ты идиот, а. Да, ребят, да блин. Я его на воду на самом деле хотел. Какого хрена он сюда-то. Ё-моё, а. Не, я могу, конечно, его прикрыть, но это труба, блин. Это просто труба, блин. Додумался мне поставить, а. Вот псих, а? Вы что, серьезно, что ли, сейчас? Кошку, блин, поменял на кошку, блин. Ладно, сейчас будем вот этого ставить. Плюс один будет получать. Ты заколебался своим шаманством-то уже, а? Шаманить все, шаманить, не на шаманиться все никак. Сейчас еще блок у него сработает. И блок срабатывает, как всегда, ребята, в самом офигенном месте. Ну клубничка-то нахрена мне здесь клубничку? Вы давали бы мне... Всем, да? Ну давай всем. Молодец. Красавчик. Все вытягивает.
Что он там затеял, ребят? Ты можешь догадаться, а? Опять шаманит. Заморозка всех растений на земле. Смотри-ка, что творит, а? Ну, гаденыш, я тебя устрою сейчас. Интересно. Уничтожил. Он кого-то сюда, что ли, хочет поставить, не могу понять. Все, ребят, я вспомнил. Этот же курабойщик, ёк-макарёк, точно, как же про него забыл-то? Яйцо. С кровожадностью. Ну это что-то новенькое, ребят. Это что-то новенькое. Его можно выкинуть, в принципе, это яйцо к чертовой бабушке, да? Надо вот этого ставить. Против курабойщика, друзья. Смотри, 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 он хочет, ребят, курабойщика выставить. 100% тебе говорю. Так, 3, 4, 6. Сюда зомби. Ну да, он хочет курабойщика, поэтому мы ставим вот этого парня. Или же бьем вот так в лицо ему. Начинается опять. А это все, ребят, это крах. Вот это как назвать, друзья? Вот это вот как назвать, блин? Ну, гад, ну ты напросился, а, чепушила. Просто напросился, достал он меня. Да пускай хоть запревращается он там. Кого он хочет? Замбота, что ли? Ну давай. О-о-о, ну молодец, похитил у меня последнюю энергию. Да тебе все равно крышка. Ребят, это вторая игра за Цитрона, которую мы выиграли. И нам нужно еще одну. Так, пойду я немножко отдохну, вернусь, продолжим. Так, ну что, друзья, продолжаем. Поиск соперника у нас пошел. Пошел. И нашелся. И это у нас Гигантус. Ладно. На свой страх и риск. Я думал поменять его. Давай заменим. Заменил. Заменил, ребят, называется, на свою голову, блин. 4 в лицо.
уничтожим этого хлопца здесь. Я не знаю, кто там у него был. Так. Будем иметь в виду. Угу. Вот так вот, значит, да? И я не знаю, ребят, я, наверное, вот этого уничтожу. И вот этого. Да, доборы. Но мы сможем вот этим вот на следующем ходу уничтожить. Надеюсь. Лишь бы он поставил куда-нибудь сюда. Ну тут можно, в принципе. Давай так вот сделаю я. Здесь у него никаких там перемещений нету. Делай заморозку, ребят. А заморозка его в этом случае вообще никак не спасает. Ну да, нанесет урон. Так. Давай я сделаю вот так вот. И вот так вот. И опять заморозку, да? Так, ребят, ну на следующем ходу вот это вот применяем и все. Ведь так делаем, да? Давай так сделаем, посмотрим. Ну, конечно, ну как же без этих-то? Ну как же, ребят, без этих-то? Ну... Ну, щеглазады, а. Как он достал заморозками своими? Ладно. Блин, дожить бы, друзья мои. Я ему даже пока урон не нанес. Уж не знаю, что он сейчас, ребят, будет затеивать. Это же с кровожадностью, ё-моё. Он же сейчас уничтожит мне его. Но крокодил его шлепнет. Я, кажется, знаю, кто там у тебя. Я, кажется, знаю. Так, 3 и 5, 8, да, получается? И отсюда. Ну, конечно, ребят, мишень. Ну, кто там еще может быть? Как ты мне дорог, а? Угу. Так, смотри. Три карты он взял. Теперь самое интересное начинается. У нас два варианта. Либо мы бомбим, а мы бомбим. Но у него должны быть телепорты. Да ладно, нет телепорта, быть такого не может. Хилочка.
Что он предпримет? Карты, блин, по всем фронтам, ребят. Тю-тю-тю-тю. Ну, давай сюда поставим. Всем в лицо, да, нам надо нанести ему. Упс, упс. Этого будет заман. Ну понятно, конечно, конечно же. Кого еще? Ёпарасоте, ребята, это крах. Ландшафт. Ландшафт ему помог. Видишь, если бы у нас был могилоед, а у меня его нету. Не было. В руке, по крайней мере, не было. Мы бы, конечно, убрали бы. И, возможно, тогда была бы победа. Но не точно. Хотя, почему не точно? Он бы не смог заморозить мне чувачка на воде. И тот бы ему пропечатал бы всем лицо. Но он на свой страх и риск пошел. Вот этот хотя бы был бы. Вот этот вот. Хотя бы заморозчик. Было бы намного все проще и лучше. Ну... Друзья, что было, что сделано, то сделано. Ладно. Первого хода нет у меня, блин. Только второй начинается. Так, я, кажется, уже догадываюсь, что это будет. На перемещениях, да? Это ведь на перемещениях ты хочешь, парень, сыграть, ведь так? Если он сейчас ничего не поставит, то на перемещениях. Сейчас посмотрим. С бонусной атакой я имею в виду. А это вот это было глупо. Ладно. Что ты там дальше поставишь? Вот так вот. Ну, давай прикроемся, что ли, я не знаю, пока. Вытягивает две карты. Мы его выкинем, ребята, обязательно выкинем. Но не сейчас. Но не сейчас. Можно поставить вот этого. Но я боюсь, что у него кровожадность есть. Интересно, девки пляшут. Интересно, девки пляшут. А если у него кровожадность, а? Так, я вот этого выкину отсюда. Этого уже выкинем на следующем ходу. Попытаюсь выкинуть, ребят. Через вот этого. А там уже как пойдет.
думает. Вот так вот, да, значит. Ну хрен с ним, давай так сделаем. Ведь как пить, у тебя кровожадность есть. Бонусную атаку наносит. Ну давай сюда поставим. Охота будет за этим, да, парнем? Я ведь правильно понимаю? Если что, прикроемся. Сейчас посмотрим, что он сделает, ребята. Возможно, нам придется вот этого парня вставить. Ага. Ага. Значит, ставим этого и фасоль. Наверное, будет так правильно. Сейчас просто посмотрим, что он там сделает. Ну давай так еще сделаем. Кровожадность. Ставит зомби-астронавта. И... ох, как хорошо, ребята. Так, 1 плюс 5. Ой, 1 плюс 3. Получается 5. Ну, плюс он еще выстрелит же, естественно. Или же нам ставить этого. Я не знаю, как лучше сделать. Сейчас посмотрим. 5 он со своим этим охламоном. Опять своей кровожадностью вылез. Он хочет подзачистить мне тут все, да? Опять ты, а? Опять ты. Давай так поставим. Вытягиваю две карты. Ну, пробьем или нет? Не пробили. Ну, это пока не пробили, ребят. Тут уже все. Тут уже есть вот этот вот за 9. Тут у нас. Это не поможет уже ему однозначно, тебе говорю. Все, он сдался. Ребят, это была третья победа, которая нам нужна была для того, чтобы взять один пак у Цитрона. Сам понимаешь, один пак у Цитрона на легендарку там рассчитывать не стоит вообще. Вообще не стоит. Давай. Базовые какие-то карты здесь обычно, ребят, выдают. Даже мегаредку дали. Ну вот и все. Вот такой, ребят, стандартненький набор. Они тебе всегда выдают. Ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.